Салам, родные мои. Добро пожаловать ко мне на канал и добро пожаловать на новую серию Пути Бомжа. В сегодняшней серии я наконец-таки вступлю полноценно во фракцию и начну в ней прокачиваться. Но зависит все от того, насколько это прибыльная фракция будет и насколько мне будет в ней интересно. Но на данный момент я достаточно активно в ней играю и вроде неплохо у меня это получается. Также я буду обучать вас по мере развития своего фишкам, которые буду узнавать в этой работе. Ну а также буду показывать вам способы заработка в этой самой сфере. Ну и помимо этого всего, также будет много интересной информации в этом видеоролике. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и конечно же не забывайте, что играю я на 17 сервере Arizona RP, шоу-лоу, мой ник Lil Hennessy и промокод хэштег favelkashow. Вводите его при регистрации и при достижении 5 уровня вы получите лично от меня еще 1 000 000 сверху. Ну что, не будем затягивать, погнали смотреть видеоролик. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Ну что, родные мои, так как ваш покорный слуга немножечко лоханулся и не записал голос, немножко придется покомментировать. Но в будущем вы там увидите уже, я буду комментировать вживую все. Для начала стоит рассказать о том, что первое, чем я решил заняться, это наконец-таки купить себе скин, для того, чтобы в будущем под него делать какой-нибудь интересный сет. Поэтому я отправился сразу же в магазин одежды ближайший и начал подбирать себе скин. Ну и сейчас вы сами видите, какой скин в итоге я себе выбрал. Мне кажется, этот скин достаточно интересный, и с ним можно что-нибудь будет интересное придумать. Но если он мне надоест, то я, конечно же, куплю себе новый. Ну и сразу я понял, что раз я начинаю делать какой-то сет для своего персонажа, то нужно починить свои вещи, которые у меня уже имелись в инвентаре. Поэтому я также отправился в ближайшую мастерскую для своей одежды и начал там ее ремонтировать. На самом деле я никогда не ремонтировал вещи, и мне казалось, что это будет стоить очень дорого, и мне потребуются точильные камни для этого, поэтому я их даже и не продавал. Но все оказалось намного проще, всего лишь за 20 тысяч я смог починить полностью свои вещи, и мне это очень даже понравилось. Поэтому теперь мой персонаж выглядит так, как вы его видите. Помимо всего, я еще хочу порекомендовать вам, а возможно даже и настоять, чтобы вы вступили в мою Фому Мамура. Точнее, это не моя семья, а семья одного очень хорошего человека. И там мы вместе с вами будем играть и развиваться. Плюс эта Фома очень хороша, если вы играете на шоу-лоу и вы работаете дальнобойщиком. Вам помогут, вам подскажут и вам дадут фуру. Мне еще пришлось, значит, оплатить штраф за свой автомобиль для того, чтобы перепарковать его на новое место, потому что теперь я появляюсь в семейном доме, в семейной квартире, следовательно, мне будет достаточно просто, если автомобиль будет находиться всегда рядом со мной, и мне не придется париться из-за этого. Ну что, наверное, стоит сказать о том, что я, к сожалению, не записал. Я вступил в страховую компанию уже второй раз. И в этот раз я это сделал не по набору на первый ранг, а уже конкретно на третий ранг через заявление на форуме. Как раз там поставили нового лидера, и я максимально быстро все сделал. Поэтому сейчас я на третьем ранге в страховой компании, я могу оформлять заявки на автомобили, и сейчас я вам покажу, в принципе, как это все работает, а уже в будущем сделаю отдельную серию по тому, сколько здесь вообще можно зарабатывать. Для начала давайте тогда сейчас переоденемся, и я вам уже покажу весь принцип работы. Самое главное, это, конечно же, вам нужно получить заявку, она находится во втором офисе, вот на вот этом вот маркере. И вот здесь сразу появляется проблема, которая на самом деле непонятно, почему не решена на Аризоне, но что-то здесь надо делать, потому что я не могу начать сейчас страховку автомобилей, ибо висит дом, который никто сейчас не страхует. И не могу взять заявку на этот дом, потому что мне пишут, что она доступна только с 4 ранга. Но также, как еще небольшой бонус, это не забывайте каждый день, если вы в страховой компании, подходить к этому боту и брать у него задание, это страхуем автомобили, получаете 60 тысяч, 2 опыта и еще и ларец премии, который стоит, ну, буквально 200 тысяч. Единственная проблема в страховке этих трех автомобилей, это вот как у меня сейчас. По сути, я не могу их страховать из-за того, что есть заявка на дом. Ну и еще, если кому интересно, я не знаю, на всех это серверах или нет, но у нас на шоу-лоу, например, на третьем ранге зарплата 30 тысяч. Довольно-таки мало, но с учетом того, что я еще зарабатываю в течение часа определенное количество денег за страховку автомобилей, то в принципе выходит неплохая сумма. Плюс еще вы можете получать ларцы того, что находитесь в организации, которую можно продавать. И плюс еще к этому вы получаете ларец премии 60 тысяч ежедневно. Короче, я сейчас специально переоделся в свою обычную форму, хочу отправиться в центральный банк и как раз таки забрать свои ларцы для того, чтобы их потом продать и заработать как можно побольше денег. Заодно посмотрим, сколько у меня вообще этих ларцов за 2 рабочих дня в этой фракции. Так, ну короче, прибыл я к этому банку, давайте сейчас быстренько заберем свои ларцы с организации и будем их сразу же здесь, наверное, и продавать. Так, забрал я эти ларцы и давайте посмотрим, сколько их у меня. У меня их всего лишь 3 штучки, на самом деле как-то мало. Мне казалось, что у меня хотя бы, ну, штучек 8 будет, но хотя бы что-то. Так, 120 тысяч они стоят, значит, в среднем 130 есть, а вот у тебя давай посмотрим, сколько стоит. Так, ну и 125 тысяч, что тоже очень мало, поэтому давайте сейчас продадим один ларец, который у меня есть с премией.
получим за это 200 тысяч. И по 130 тысяч мы продаем 3 ларца. Ну что, продал я эти 2 ларца, и в итоге где-то примерно у меня 500 тысяч с этого всего дела заработано. И в принципе я доволен. Ну что, наконец-таки я могу показать, как собственно здесь работать. Значит, подходим, берем вот так страхование на автомобиль, нажимаем принять. Дальше мы отправляемся в первый кабинет. Вот здесь за столом нам нужно оформить эту самую заявочку для того, чтобы всего лишь нажимать Y и N. Дальше также делаем во втором кабинете. Тоже нужно будет все время жать Y и N. В принципе, максимально все просто. А вот в третьем кабинете нас ждет работа поинтереснее, но в принципе у меня есть на нее один лайфхак, который я вам, наверное, не покажу, а в будущем, возможно, когда-нибудь покажу. В общем, здесь нам нужно заполнять саму анкету. Вводим ник в первую строчку, во вторую строчку пишем vehicle, это автомобиль. И дальше просто вводим номер заявки, номер 2, все, дальше нажимаем send, и за это получаем 10500. В принципе, 7% от сделки вы будете всегда получать, но порой это бывает настолько мало, что вы можете получить просто $500. Ну и, кстати, вот о чем я вам и говорил. Смотрите, например, за Ладу Приору я всего лишь получаю $392, и это максимально мало. Но в последнее время, к сожалению, очень много Лад Приор, которые нужно страховать, и из-за этого я получаю очень мало. Вот давайте посмотрим, сколько я сейчас получу за Mercedes-Benz, SLR, McLaren. Давайте, надеюсь, что около хотя бы 10 тысяч там будет. Ну и за Макларен я получаю $392, это опять же 7% от сделки, и сами понимаете, что порой реально зарабатываешь очень мало. Но я, кстати говоря, сейчас вроде бы должен буду пройти квест вот этот вот, завершаю и получаю 600 тысяч, еще 60 тысяч, еще и ларец премий. Так, ну и сейчас очень тоже спасибо огромное за то, что дали мне на чай, так сказать. Сами понимаете, какая сумма красивая. И, в принципе, это за то, что я реально почти в соло сейчас вывожу все эти заявки. Это очень круто, очень приятно, поэтому еще раз спасибо большое. Ну что, родные мои, спасибо за просмотр данного видеоролика. Очень рад, что вы его посмотрели до конца. Ну и как небольшой спойлер, то в следующей серии я обязательно покажу, что требуется для того, чтобы повышаться в данной фракции, ну и собственно покажу, как я там буду повышаться, потому что мне это сейчас интересно, и я хочу максимально продвинуться хотя бы в какой-нибудь фракции для того, чтобы чего-то добиваться на проекте. Поэтому если вы со мной играете на шоу-лоу, то огромная просьба, давайте ко мне в страховую компанию, будем играть вместе, будем развиваться, ну и плюс у вас будет огромный шанс встретить меня в игре, так еще и сделать скрин. Ну и не забывайте, что играю на 17 сервере Arizona Show, и еще раз, вводите, пожалуйста, мой промокод #favelkashow. Ну а теперь всем удачи и до скорой встречи.